Каждое утро специалистов лаборатории газохимического анализа начинается с производственного контроля бензина. Лейсан Узбекова ежедневно проверяет качество горючей смеси на соответствие требованиям нормативного документа. Первым делом бензин наливают в цилиндр для определения плотности. Затем специалист ставит его в камеру термостата. Наша продукция, бензин газово-стабильный, является легколетучим. Согласно требованиям ГОСТ 3900, определение плотности для таких продуктов должно проводиться при температуре, равной от 0 до 2 градусов по Цельсию. Новый термостат обеспечивает быстрое охлаждение пробы до нужной температуры, где она находится долгое время в стабильном состоянии. Благодаря новому оборудованию специалисты лаборатории теперь могут более точно и качественно определить нужную плотность продукта. Наша лаборатория функционирует в соответствии с ГОСТом 17025 и имеет собственную систему менеджмента качества. Это означает, что мы выполняем методики только в соответствии с ГОСТами, с требованиями нормативных документов. И оборудование, соответственно, мы выбираем тоже только в соответствии с техническими требованиями технических характеристик согласно этим ГОСТам. Аппарат для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов, а также два жидкостных термостата отечественного производства. Они были закуплены в рамках годовой заявки. Работникам лаборатории был предложен большой список оборудования. Наш выбор пал именно на российского производителя, потому что те заявленные характеристики он полностью удовлетворил, то есть которые мы требовали от него. И это оказалось таким достаточно дальновидным шагом с нашей стороны, так как сейчас в связи со сложившейся ситуацией в стране актуальным является импортозамещение, а мы уже на тот момент чисто интуитивно начали работать над этим. С помощью таких аппаратов работники газохимической лаборатории определяют фракционный состав светлых и темных нефтепродуктов. Также возможно проведение анализа в ручном режиме. Валерия Ружицкая, Владимир Чеподаев. Наши города.